Карабахские сепаратисты угрожают нанести удар по Мингячевирской ГЭС, как сообщает «Спутник Армения». Об этом в частности заявил командующий армией карабахских сепаратистов генерал-лейтенант Левон Нацаканян. Нацаканян сообщил, что Мингячевирская ГЭС как цель включена в тактические планы армянской армии. Военное искусство требует нанесения ударов по подобным и военным объектам. Это причинит урон экономике и исключит возможность обеспечения вооруженных сил противника соответствующими ресурсами. Этот объект входит в наши планы, отметил Нацаканян. Все зависит от того, возникнет ли такая необходимость, пока ее нет, добавил он. Что касается приобретения Азербайджаном зарубежных вооружений, белорусских полонез, чешских дана и израильских лора, то, как отметил Нацаканян, армянской стране есть чем ответить. Похожее оружие есть у наших вооруженных сил. Возможности поражения такие же, какие у Азербайджана. У нас есть не только одинаковые возможности, но и способность более прицельного огня, подчеркнул он. Не забудь подписаться на канал.